простукивается правая сторона. Всегда начинаем с левой, вот именно простукивание, это мы начинаем с левой стороны. Пальчиками? Мы начинаем вообще, она стукается вот так вот, трёхпястье такое делается, вот так вот три пальчика вместе складывается. Почему? Они у нас на разной высоте. И когда мы начинаем стукать, мы все равно попадаем по этой точке, и мы ее активизируем, получается пристукивание с разных сторон, и она у нас полностью. Чуть-чуть больше, чуть-чуть глубже, чуть-чуть в сторону, и захватываем мы ее достаточно хорошо. Сначала мы простукиваем ключицу. Левую сторону. Правой рукой левую сторону. Простукиваем ключицу. Потом простукиваем мы над бровей. Это больно, тоже так хорошо простукиваем, чтобы такой стук стоял. Потом скулу. И потом начинаем полностью ладошкой простукивать там, где у нас заканчивается ушко, вот здесь шею. И мы начинаем простукивать плечо, только хорошо простукиваем. И идем по своей внешней стороне руки вниз. Разворачиваемся, поворачиваемся по ладошке, по внутренней поднимаемся вверх. Простукивание хорошо. Разворачиваем по внешней вниз. Это второй раз. И второй раз, когда мы гоним, мы поднимаем руку, гоним лимфу под мышкой. Поднимается подмышка. Ручка, ладошка разворачивается туда, чтобы у нас больше развернулось. И мы боковинку простукиваем вот здесь, вот аж до бедра. Поднимаем вверх, опускаем вниз, поднимаем вверх, переходим на грудинку и двумя такими жесткими руками мы простукиваем только хорошо, да, чтобы такой, да, хорошо мы простукиваем. Да, у нас получается, то есть мы здесь простукали до состояния такое больно-больно, ну там вот по ощущениям, над бровей, повторяю, скула, угу. Давайте еще. Итак, получается, мы простукиваем ключицу над бровей, скулу, и потом с внешней стороны мы начинаем, шею чуть-чуть наклонили, по внешней стороне мы опускаем, по внутренней поднимаем, по внешней сейчас опускаем, по внутренней поднимаем. Когда мы поднимаем руку, чтобы прогнать лимфу, идем сразу на боковинку. Оп, сюда раз. И второй раз поднимаем, и потом выстукиваем грудинку. Как мы переходим по грудинке? Стучим, 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 а потом сразу же переходим на правую сторону. То же самое мы делаем с правой стороны. То есть все это сделали, постучали здесь, здесь, здесь. Сразу же от шеи пошли вниз, вверх пошли, опять опустились по внешней, по внутренней, поднялись, погнали лимфу, подняли вверх, раз, опустились. Поднялись вверх, два, и потом переходим, опять сюда стучим, но здесь мы уже захватываем, когда второй раз поднялись. Вот здесь у нас вилочковая железа посерединке груди, мы начинаем, пальчики вот так вот поставили, если когти, мы ставим вот этими косточками, если грудь большая, чуть-чуть раздвигаем руками, и простукиваем хорошо вот здесь, вот серединку груди. Это когда уже закончим? Это когда вторую сторону, да. Вторую руку мы простукиваем хорошо, тоже до болезненного ощущения, вверх-вниз, чуть-чуть вверх-вниз, для того, чтобы запустилась кровь. Постукали, и потом у нас вот здесь вот тазобедренные косточки. Мы потом двумя руками по этим тазобедренным косточкам начинаем пробивать. Вот здесь тоже очень хорошо проходят близко лимфоузлы, то есть сильно там мы не лупим, но достаточно интенсивненько. И потом начинаем проходить по бедрам. Прохлопываем хорошо бедра и потом простукиваем хорошо колени. Очень важно, коленки со всех сторон. И потом, когда мы закончили, если мы руки положим на коленки, получается безымянным пальцем мы попадаем в косточку, которая находится под коленкой. Безымянным пальцем. Этот пальчик у нас отвечает еще за, этот палец у нас считается женский, он отвечает за мочеполовую систему, отвечает за воду, поэтому мы здесь берем течение воды, точка омоложения, и получается эта косточка, и под косточкой есть такие ямочка есть. И мы, получается, этим безымянным пальчиком мы так прокручиваем, раз, два, три.
И потом надавливаем в эту вот ямочку под косточкой. Так, раз, два, три. Ну вот когда мы на йоге делали, все такие, ух, наполнены, у нас еще такие шарики. А? Да, да, вот эта вот косточка, которая под коленкой находится. Вот здесь. Ну, надавливаем мы под ней. Да, мы надавливаем, получается, как бы низ косточки проходим и вот эту ямку. А потом на саму вот эту вот ямку на болезненные места мы давим три раза. Ну, тут белочку, да, да, вот тут серединка груди, вот, ну, у кого тоже чуть-чуть ниже, у кого чуть-чуть выше. Угу. Так, это то, что я обещала дать. Еще вопросы по этому. Вот мы прыгали без шарика, помнишь?